Сделать идеальный подарок 1 мая для всей Украины предлагает Юрий Луценко. Освободить здание Киевской горадминистрации и Донецкой областной. Мол, нечего людям с автоматами делать в центре городов. Луценко присутствовал на совещании у донецкого губернатора Таруты. Там же были мэры городов, районов и силовики. Тарута вроде бы обрадовал, мол, сепаратисты освободили 2 этажа захваченного ими здания обладминистрации. Из госрезерва будут выделены деньги на восстановление. Мы надеемся, что постепенно будут освобождать все остальные этажи. Но вот сепаратисты пообещали, что освобождать ничего больше не будут, а на эти 2 этажа вернутся после ремонта.